когда? Еще? Не слышу. Связь между Бойском и Булгаковым. Понятно. Ну, это правильно, это правильно. Когда мы говорим с вами о Бойске и Булгакове, какие вещи людей связывают, какие вещи вообще характерны для гения, вот такого мистического, таинственного и, я бы так его сказала, волшебного свойства, потому что и Бойск, и Булгаков – люди, которые создавали волшебство. Давайте начнем немножечко с необычной стороны, не сразу в лоб, а начнем с облика того и другого. Потому что интересно же, как выглядит чародей, правда? Значит, давайте посмотрим автопортреты Босха. Это известный автопортрет, который приписывается, что это якобы Босх, хотя человек, который создал этот графический лист, родился в 1520 году, а Боск умер в 1516 году. Поэтому они точно не встречались, и эта работа была сделана через 50 лет после рождения художника. Я имею в виду художника, который рисовал этот автопортрет. Но вполне возможно, так говорят босхововеды, что у него были исходники, на которых был настоящий портрет Боска. И он не из головы его изображал, а изображал по каким-то утраченным нынче исходникам. Дальше. Тоже графический портрет, который лет через 40-50 после смерти Боска возникает. То есть во время жизни Боска есть его автопортреты, которые признаны автопортретами, которые фигурируют в его произведениях. И вот главное. Вот это существо, которое напоминает такой пень, такое дерево старое, в шляпе странной, и по полям этой шляпы гуляют всевозможные непонятные существа, фантастические. Что в этом пне еще интересного, мы позже поговорим, потому что это пень на правой створке сада земных наслаждений изображен. Все считают, все специалисты по Боску дружно во всем мире считают, что именно это изображение является абсолютным автопортретом самого художника. Ну, а теперь после автопортретов Боска мы с вами посмотрим фотографии того, кого мы знаем лучше, кого бы то ни было другого. Пожалуйста. Гимназист Миша Булгаков. Дальше. Это Булгаков того периода, когда он уже живет в Москве. Дальше. Это Булгаков приехал в гости в Киев и в доме номер 13 по Андреевскому спуску сидит на балконе. То есть под ним тот Андреевский спуск, который мы так любим и знаем. Дальше. А это Булгаков с моноклем. Что касается этого монокля, я вам тоже расскажу. Это очень интересно. И вообще, так сказать, все про этого человека достаточно интересно и известно благодаря воспоминаниям современников. Теперь я хочу прочитать вам, как воспринимали его внешность современники Булгакова, потому что на черно-белых фотографиях мы приблизительно себе представляем лицо Булгакова, но не понимаем ни цвет глаз, ни цвет волос и так далее. Сейчас я вам прочитаю. Елена Сергеевна Булгакова, урожденная Нюрнберг, в первом браке Ниёлова, по второму мужу Шуловская, третья жена Булгакова. Прожила с ним 8 лет до его смерти. Пишет так. У него были необыкновенные ярко-голубые глаза, как небо, и они всегда светились. Я никогда не видела у него тусклых глаз. Это всегда были ярко горевшие интересом, жадностью к жизни глаза.
те мужчины, которые здесь присутствуют, я думаю, никто бы не отказался, чтобы ваша женщина о вас так написала. Это записи из дневника Елены Сергеевны. Валентин Петрович Катаев, писатель, драматург, поэт, сослуживец Булгакова в 20-е годы в газете «Гудок». У него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице, уже не слишком молодого блондина с независимо ироническим, а временами даже надменным выражением, в котором, тем не менее, присутствовало нечто актерское, а временами даже лисье. Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова, вторая жена Булгакова. Передо мной стоял человек лет 30-32, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор, глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезанные, когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит, способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило. На Шаляпина. Николай Петрович Ракицкий. Филолог, садовод, муж писательницы Федорченко. Устроив печать «Белую гвардию» и получив деньги, Михаил Афанасьевич решил обновить свой гардероб. Он заказал себе выходной костюм и смокинг. Купил часы с репетиром. Приобрел после долгих розысков монокль. Как-то ему пришел посоветоваться, где бы ему можно было приобрести шляпу-котелок. Я ему предложил свой, который у меня лежал в шкафу с 1913 года, привезенный мной в свое время из Италии. Котелок был новой миланской фабрики. Этому неожиданному подарку Михаил Афанасьевич обрадовался как ребенок. Теперь я могу импонировать. Благодаря котелку и моноклю он мог импонировать. Итак, мы с вами видим облик. Видим облик той личности, которая начинает создавать какие-то произведения, которые нас с вами интересуют, которые нас способны зацепить и которые пока говорят только об облике. Пока никаких общностей мы не видим. Но постепенно эти общности нам с вами откроются. Дальше. Одна из наиболее известных картин Босха, которая называется «Сад земных наслаждений». Кстати, опять-таки, мистификация Босха. Он великий мистификатор, так же, как Булгаков. Ни одна его картина им не названа была при жизни. Почему, я объясню чуть позже. То есть все названия, которые я вам озвучиваю, появились позже. Босх к этим названиям не причастен. Знаменитейшая картина «Сад земных наслаждений» состоит... Это такой алтарь, который ему заказал один из герцогов. И этот герцог, фамилия его Нассау, это знаменитое семейство Нассау, которое овладело многими землями в Нидерландах, заказал ему этот триптих, который имеет три створки. Центральная створка демонстрирует человечество, которое, ну кто-то говорит, погрязло в грехах. Есть другая версия, что это человечество, которое не согрешило, не пошло по пути Адама и Евы. И как бы хорошо людям жилось, если бы они не вкусили с древа добра и зла. Вот это центральная часть триптиха. Левая створка. Господь, который создал Адама и создал Еву, и, так сказать, они пребывают в настоящем райском саду. И правая, самая интересная створка из этого триптиха, правая створка, которая изображает музыкальный ад. Ад с точки зрения Босха. Ад, как себе представляет Босх, должен выглядеть вот то место, куда попадают люди, которые грешили, они попадают не просто в ад, а в музыкальный ад.
Может, у кого-то есть версия, почему ад музыкальный? Почему, например, пыточные всевозможные инструменты, тут арфа, на которой распят человек, и так далее, и так далее. Без конца можно рассматривать. Босха вообще надо рассматривать, как читаешь книгу новелл. То есть по каким-то фрагментам лучше с увеличительным стеклом. Если вы точно знаете, что в музее, куда вы идете, есть Босх, надо брать с собой тот, кто очкарик, как я, вторую пару очков, а тот, кто не очкарик, увеличительное стекло. И смотреть, рассматривать по сценкам, по фигуркам, потому что Босх — это бесконечное количество историй. Он нанизывает истории свои, как драгоценные бусы, драгоценные камни. Причем эти камни не похожи друг на друга. У него каждая история несет свой определенный смысл. Ваша версия, почему ад музыкальный?